кто любил, тот точно знает, что любовь не умирает, не проходит слепым. Ты сказал третье выступление за горами, да? Нет, я... Нет, ты сказала. Конечно, оно конечно будет. Вот, сколько тебе нужно времени, чтобы написать на песенок 15-20-4, не ограничиваться лучше? Сами всегда не спрашивают меня. Обычно, когда я моюсь в душе. Почище мойся, пожалуйста. Я часто моюсь, но пою не часто. Надо что-то с этим делать. Вы понимаете, да? Да. Я даже не знаю, что у Ирины лучше получается, читать стихи и сочинять или исполнять песни. Это настолько... А что будет, если в бассейн тебя бросить?
закрыть. Ну ладно, начнем с ванны. Что с вас в бассейне? Знаете, поступательно. Так давай. Давай. Сказала я, которая шутила.